Всем привет, я Инга, рада, что ты заглянул на мой канал. Сегодня у нас с тобой есть такой нереально вкусный мукбан, который я ждала со вчера вечером, прям в голову такое бахнуло, хочу роллы, бургер. И так и думаю, все, ждем завтра. Забивать будем энергетиком, мой любимый, самый первый глоток. Из этой банки. Тоже вторая. Побольше добавляем, прям мешанькаем. Тут у нас салат Цезарь, роллы катана и черный бургер. Очень много надала соуса, еле поместился и уже капает. Так, сейчас скажу цены. Катан мы уже как-то ели, по-моему, в прошлый раз. Мне они прям, по-моему, понравились, если я ничего не путаю. Это она 229 рублей, Black Burger 149, салат Цезарь 149, доставка 50 рублей. Роллы. Такие вот рыбка, огурчик, сырочек, какая-то штука непонятная. Вкуснятина. Бакаркатов. Привет огромный. Чуть-чуть вскипел мозг от твоего комментария. Столько много слов одинаковых. Ты когда-нибудь где-то работала? Да, и в прошлом видео, каком-то из прошлых видео я рассказывала про работу. Или есть у тебя желание где-то работать, или у тебя есть цель где-то работать, когда-нибудь хочешь пойти работать? Но про работу я уже говорила, поэтому смотрите прошлое видео, потому что это было прям вот не так давно. Повторяться тоже не очень хочется, но, по крайней мере, так часто. Не помню, что за видео. Но вот про работу вот только-только вот был видос какой-то. Ксюха, привет огромный. Не хочешь ли ты перекраситься в светло-фиолетовый цвет? Вообще никогда не планировала в такой цвет краситься. Мне его не очень нравится, фиолетовый цвет, светло-фиолетовый. Да и мне кажется, он мне не пойдет. Короче, я никогда его не рассматривала. Ну, хрен знает, что будет завтра, например, пока ты не планируешь, а потом... Хоп! И смог покрасить. Я просто удивилась, что я смогла это, ну, понял, щелкнуть. Ну, вот так же примерно, да? Удивишься и покрасишься. Я даже зеленый рассматривала и желтый. Но мне кажется, мне они тоже не очень пойдут. Да и за этими цветами нужен больше уход, мне кажется. И мне больше нравится больше светлые. Светло-зеленый. Светло-желтый. Но у меня светлые такие не очень пойдут, поэтому не мое. Так, давайте я это уберу. Давайте салатик откроем. Такой салат, Цезарь.
сырок. Отлично, сухарики будут отдельно, что очень-очень радует. Чесночные сухарики. Соус Цезарь. Не знаю, вещи добавлять, нет. Ой-ой-ой. Эти вещи добавим, он очень калорийный, я знаю. Тут все в комплекте шла вилочка пластиковая, но я буду своей есть. Вкусняшка. Тут помидоры, салат айсберг, курочка, салат Цезарь, сухарики. Вроде все. А, пармезан. Последнее видео почти в каждом у меня вот так что падает. Мне это не нравится. Потому что хана кофта и полу. Так покрасивее будет. Я еще думаю картошечку фри взять, но я думаю, блин, это такие порции огромные, что я думаю, мне вообще не влезет. Краснодар. Надеюсь, правильно прочитала. Привет огромный. Собираешься ли ты делать тату или пирсинг? Пирсинг я не планирую делать. Я не люблю, когда перебор. Если, ну, для меня некрасиво, когда его очень много. То есть тут. Ну вот когда тут просто вот, да, два. Прикольно, да, мне нравится. Вот когда все сразу вот здесь, тут, скажем так. Это перебор. Вот, так что пока не планирую. У меня была в голове мысль еще про кого тут. Ну, пока не знаю. Пока не охота. Ну, типа, надо ли оно мне. Татуху, конечно, я бы хотела. Но не новую забить, портак очередной свой. Потому что смысл забиваться, когда у тебя и так что-то есть, но то, что надо переделать или перебить вообще. Лучше все как-то переделать, если это возможно. И опять же, это деньги. Для меня татуировки сейчас не самое главное в жизни. И самое главное — это вылечить зубы, когда они будут насобирать на брекеты. Потому что это очень дорого, очень дорого. Сама подготовка, лечение, это вся фигня. Ну так, и сейчас зубы не самое главное пока. У меня где-то... Ну ладно, не полгода, короче, в ноябре, типа, в том году умер дедушка. И вот мы, наверное, в следующем году будем менять ограду, то есть расширять территорию. Он даже чуть-чуть тепленький, вкусный. И, ну то есть, ставить оградку и памятник. На это нужны деньги, вот мы собираем. Но лучше уж поставить вот этот памятник. Я никогда не понимала, знаете, вот эти кресты. Когда тебе втыкают крест. Везде кресты.
Тут зажарка, соус, по-моему, китченес, салат, помидор, котлетка, говяжья. Я ем бургеры только с говяжьей котлетой. У меня, кстати, про это, про кладбище. Там тоже уже присмотрела себе место. И планирую вдохновить свои похороны. Хорошо. Есть негде валяться там. Хотя не хочу, чтобы меня взорвали. Я бы хотела, чтобы меня кремировали. Но у нас в Альке нет кремации. Только в Туле. Но это опять, знаете, придется кому-то перевозить мой труп. Это, наверное, денег тоже. Ну, потом-то легче, да? С пеплом ехать. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, к тому моменту у нас уже будет крематорий. Меня хрен кремируют. И похоронят. Ну, не похоронят, а развеют мой прах на поле. У нас в Алике есть одно место, мне очень нравится. Бугры. Я его так называю, ну, потому что оно бугристое такое. Вот. Там рядом ока, мост видно. Другой мост видно. Там какой-то еще влепили дом. Ну, какие-то богатые. Видимо. Какие-то огромные шишки, наверное. Или как там называют. В этом месте я бы хотела валяться. Кстати, тут раз опять про ТикТок. Достать ТикТок, ТикТок. Темнота. И, типа, знаешь, как будто я лежу в гробу, чувак открывает дверь, и мне что-то говорит. Я такая, чего происходит? Как будто он открыл крышку гроба, которую он открыл. Телефон просто в гробу лежал. И как бы получается, как будто ты там лежишь. Это было угарно. Порция прям хорошая. Такой прям наесться можно очень даже. Ну, после роллов, конечно, да.
Я надеюсь, ты кушал вместе со мной. Спасибо тебе большое за просмотр, за внимание. Счастливо и пока.